Густой черный дым, поднимающийся откуда-то с северо-запада Екатеринбурга, известил сегодня горожан о пожаре. Как выяснилось, горел частный деревянный дом вблизи Никольского кладбища на новой сортировке. Вернее, как уточнили в МЧС, бывший частный дом, а ныне бесхозная постройка по адресу улица Сазонова, 82. Этот район когда-то полностью был одноэтажным, но жилые высотки начали наступать на частное жилье еще в советское время и продолжают это делать сейчас. Так что ближайшая к месту происшествия стройка, жилой комплекс «Абрикос», находится буквально через дорогу. Но поспешных выводов об умышленных поджогах несговорчивых хозяев старого жилья делать не стоит. Имея по соседству крупнейший на Урале вещевой рынок «Таганский ряд», старожилы этих мест охотно продают свои лачуги, чтобы сменить район проживания. Скорее всего, в брошенном доме обитали бичи, которые и не уследили за открытым пламенем.